Сейчас мало бы у нас на подвиг было 80 минут, не хватило. Ну, весь ЦСКА сейчас будет на своей половине поля играть предельно жестко, вот как сейчас, Дзагоев. Да. Я тут комментировать не знаю, надо, нет. Тут Александру с Карпиным разбирался. Александру Анюхову но разложил по полочкам. Пламенное уважение. Давай, давай, давай! Да.